Сдохни! Они меня выслеживают.
Вот и все, ничего тут нет. Шатаешься. Иди отсюда. Предатели убили капитана Эрзу. Конечно, она Азирам, но сражалась она за Дом Солнца. Надеюсь, у тебя все хорошо. А вчера какая-то девочка страшная. Еще один сигнал. Видимо, сигнал посылает вон тот длинношей. Понравится. Больше нет.
Это я беру в дорогу. Свежатина. Любишь прятаться, да? Сейчас я покажу тебе, что я люблю. Эти подвешенные части машин. Сигнальное устройство. Берем. Всадил убежавшего на меня Банук все стрелы. Тебе что, заняться нечем? Я
Запалю эту клятую сигналку. Гляньте, что я нашел. Помощь близка. Всегда как терпение. Полезная штука. Вот и пленники. Еще немного и подстрелили бы. Перебью. Кто-то надеялся на победу? Теперь можно еду привезти. Откуда это прилетело?
скорее ко мне! Тут враг! Она пошла вон туда. Чеку и все. Это сигнальное устройство. На такие лучше не натыкаться. Не понимаю. Она может одну из нас мочит поодиночке! Чуть отойдешь от него, тебя сцапают машины. Скорее бы вернуться домой и лечь спать.
оставлю на потом. Меня ищут. Кто в меня стреляет? Вроде обошлось. Я найду тебе применение. Thank you.
Ну вот, начинается. Я думала, что это никогда не кончится. Thank you.
помощи не проси. Мое дело охранять. Я в политику не лезу. Займись своими делами, Нора. По крайней мере, ты не важничаешь. Занимайтесь своими делами. Помыться все равно не мешало. Извините, но все товары подлежат досмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане. Сколько еще ждать? И что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Я думала, в Меридиан открыт вход всем. Мы не виноваты в том, что случилось с Эрзой.
сражаться с машинами, а не торчать тут. Что тут происходит? Олин где-то там. И Эрэнд. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрэнд сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда. Город никого не пускают. Это из-за убийства. День добрый. Если так... Пойдет и дальше, и чтобы через месяц разорюсь. Продают всегда купцы. Не рассчитывай туда попасть, странница. Стоять! Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Едва ли Рент, новый капитан авангарда, скорбящий брат. Элой? Ты жива? Я думал, погибла. Ну-ну, расступись! Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо поговорить. Наедине. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни. За эти дни многое произошло. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы. Пришли воины. Сказали, как горько плакали твои родичи. Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной. В каком смысле? Ерунда какая-то. Мне нужен Олин. Но... Нет, он предатель. Я не знаю, кто эти... Но... Не ломай голову, Эрент. Его здесь нет. Он уже не первый день. Есть места, где он часто бывает. Дома. Покажи мне этот дом. Ладно. Слышала про... Я любил. Теперь я должен встать на... Тогда хватит себя жалеть, да... Я просто хотел выговориться. Мы все теряли близких нам людей. Не волнуйся. Отведи... Ладно. Стопью. Теперь в город всех подряд пускают. Только посмотри сюда. Это, наверное, шпиль. Какой он огромный. Сядь, цитадель, посаду! Его сам... Закрой, закрой! А там с**ким за Эрзу. А вот так и будет прятаться во дворце. Год за годом он щадит тех, кто пленил нас и пытал, и убил. Что он имел в виду насчет Эрза? Не сейчас. Как нам попасть внутрь? Какая тонкая работа. Ну вот. Только ничего не ломай. Ну, то есть кроме двери. Вот это все...